Всем привет! Сейчас мы проведем анбоксинг телефона Fly IQ 444 Diamond. Если вы внимательно следите за нашим каналом, то там уже есть примеры с камеры телефона. Сейчас я купил наконец-то штатив и могу показать, что находится в коробке. Заново я все упаковал. Раскрывается коробка вот так вот. Сзади мы видим основные характеристики. Посмотрим на них попозже. Вот он сам телефон. Супер AMOLED HD дисплей, две сим-карты, Android 4.04 Ice Cream Sandwich, двухъядерный процессор с частотой 1,2 ГГц. Все это в каких-то наклейках, которые не дают телефону поцарапаться при транспортировке. Так, давайте заглянем под крышку. Сначала избавимся от этих пленок. Крышка рифленая. И эту тоже снимем, страшную такую. Здесь пластик глянцевый, и отпечатки моментально остаются. Логотип Fly. Снимается она вот с этого вот боку. И сама крышка напоминает очень сильно крышки корейских аппаратов. Тонкая. И сидит как бы не обволакивает корпус, а просто крепится на таких вот фигулинах. В общем, те, кто снимал крышки с LG и Samsung, меня поймут. Здесь у нас слот SIM-1. Так, где сим-карты? Вот так вот мы его вставляем, симку сюда. Она просто вот так вот кладем и закрываем. Все. Здесь слот SIM-2. Разъем под карту памяти. Так, а здесь мы видим батарейку емкостью. Черт его знает, какая здесь емкость. Батарейка здесь несъемная. Честно говоря, достаточно удивительное решение конструкционное. Нигде здесь нельзя никак ее подцепить, никак ее снять, вытащить отсюда. Вот как есть, так и есть. Видимо, снять можно только в сервисных центрах, либо что-то здесь открутив или основательно подцепив. Разъем под карту памяти, здесь что-то reset, непонятно, наверное, вот эта вот кнопочка, она делает полный сброс. Иголочка сюда надавить или чем-нибудь еще. Ну, давайте включим устройство. Так, сначала нижние пазы попадаем и потом все закрываем. Все закрылось и включаем. Клавиша питания находится... Где она находится-то? На левом торце. Пошла загрузка. И посмотрим, что здесь помимо самого телефона. А тут у нас наушники в белом цвете. Такая вот милая гарнитурка. Напоминает наушники для айфона. Для прошлых айфонов. Не от айфона 5. Кабель microUSB, самый обычный, показывать смысла нет. Блок зарядного устройства, емкость у него 1000 мА. Тут у нас, соответственно, документация, рекламка, приложение U-Bank, руководство пользователя, гарантийник. И краткое описание предустановленных приложений. На дне пусто. Быстро загрузилось устройство. И, наверное, здесь указана емкость батареи. Ага, 2100 мА. Батарейка у нас. Начать. Вот так вот, наверное, лучше будет. Далее. Не сейчас. Далее. Далее, далее, и все, настройка завершена. Так вот выглядит интерфейс после первого включения. Внутри Android 4.04 Ice Cream Sandwich. Давайте зайдем в настройки и посмотрим, так ли это. Настройки. Оп, о телефоне. Да, это так. Процессор MediaTek здесь, по-моему,
MT6577, разогнанная версия, обычно 1 ГГц. Поддержка сетей 3G, дисплей 4,65 дюйма, разрешение 1280 на 720 точек, точно такие же параметры, как у панели Samsung Galaxy Nexus. И тоже Pentile, насколько я могу судить по дисплею, по матрице. 1 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ внутренней памяти. Камера 8 мегапикселей. Камера снимает очень хорошо, посмотрите обязательно примеры. Фото в нашей группе ВКонтакте и видео на YouTube, на канале. Какой-то яркий свет. Давайте так, наверное, сделаю, чтобы получше было видно интерфейс. Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Ну, датчики, конечно, тоже имеются. Предустановленных приложений не очень много, всего две страницы. Из них парочка игрушек. Одноклассники, Twitter. Ну и софт от Google. Работает все быстро. Меню уведомлений вот такое вот. Весьма приятный телефон. Внизу подбородок небольшой, поэтому кнопки виртуальные находятся достаточно, скажем так, органично внизу. Панелька черный цвет отображает, ну, не совсем черным, но близко к тому, и они очень хорошо так сливаются с корпусом. Beeline приветствует вас. Вернемся к телефону в полном обзоре, надеюсь, будет он скоро. Если ничего не случится со штативом или чем-нибудь еще с камерой, что-то тут у него кнопка включения заедает. Спасибо за внимание, подписывайтесь, комментируйте, и до свидания.